Вечный огонь, Александровский сад, вечная память героям. Кто же он был? Неизвестный солдат, чтимый великой страною. Может, он был еще юный курсант или простой ополченец. Может, убит потому, что не стал перед врагом на колени. Может, в атаку он шел в полный рост, пуля в излете достала. Или он был неизвестный матрос, тот, кто погиб у штурвала. Может, был летчик, а может, танкист. Это сегодня не важно. Мы никогда не прочтем этот лист, тот треугольник бумажный. Вечный огонь, Александровский сад, памятник тысячам жизней. Вечный огонь — это память солдат, честно служивших отчизне.